Приветствую вас, дорогие друзья. И вот, наконец, пролетела неделя, и мы будем подводить итоги конкурса. Конкурс довольно-таки хорошо прошел, много подписалось, 130 человек заполнило Google форму. Давайте перейдем к Google форме и уже по Google форме определим счастливчика. Написано 132 ответа, но некоторые заполняли по два раза. Тех, кто заполнял по два раза, вторые попытки я удалил. То есть одну оставил, а вторую заполненную форму пришлось удалить. Ну, нечестно это. Сами поймите, нечестно заполнять по два раза. Давайте перейдем к таблице. Сейчас таблица подгрузится полностью. И мы с вами посмотрим уже имя счастливчика. Что ж, давайте посмотрим, сколько у нас в итоге получилось человек. 130 человек. Давайте перейдем в программу рандом. И с третьей строчки по 130 определим, кто же у нас победитель. Путем трех нажатий определим победителя. Номер 67. Давайте посмотрим, кто этот счастливчик. Забоев Андрей. Давайте перейдем на страницу ВКонтакте. Посмотрим, подписался ли он на группу. Андрей Забоев. Копировать в группу. Давайте посмотрим, подписан ли он на группу. Есть Андрей Забоев. Давайте мы его сохраним, чтобы не забыть. Так вот, сделаем. Значит, есть у нас Андрей Забоев. И теперь нам осталось проверить, есть ли подписочка на мой канал. Если он еще и подписан на мой канал, то вот он, счастливый победитель. Подписки, смотрим подписки. Да, вот он, недалеко, прямо сразу Китай стал ближе. Все замечательно. Обязательно свяжусь сразу же с Андреем Забоевым. Свяжем с ним и определим, как он хочет, заберет деньги деньгами, или же мы закажем какой-то товар на эту сумму. Ну что ж, я с вами не прощаюсь, хочу еще сделать небольшой анонсик. На следующей неделе будет еще один розыгрыш, в котором будет разыгрываться вот эта вот Bluetooth колоночка. А может быть, разыграем и еще что-нибудь, может, сделаем несколько мест. Ну а на этой неделе пока что все. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Ждем вас в гости. Я в отпуске, будет видео выходить чаще. Так что всем пока, ставьте лайки, ставьте комментарии, до новых встреч!